Городские коммунальщики тем временем практически круглосуточно занимаются благоустройством. До конца курортного сезона работа будет идти в усиленном режиме. Ежедневно с 3 ночи и до полудня центральные улицы и площади моют спецтехника. Строго по графику коммунальщики выезжают на точку. Сначала Горького, набережная, Гребенская, затем Театральная площадь. И так пока весь город не будет полностью приведен в порядок. На один участок, как правило, уходит полная цистерна – 7 кубов воды. Территория вокруг лавочек, контейнерных площадок – это зона особого внимания. Здесь, как правило, требуется наиболее тщательная уборка. Самое главное – ежедневная.